Добро пожаловать в офис Юмвильнюс. Сегодня я хотел бы вам показать несколько возможностей беспроводной системы управления Anet, а особенно управления своим домом в экране умного телевизора. Систему Anet можно внедрить в доме или квартире, где отделка уже сделана. С этими компонентами можно легко автоматизировать освещение, управление шторами или другими устройствами. Всеми функциями можно управлять стильными беспроводными Юнг-выключателями, которых можно монтировать хоть и на стекле. Также есть и более умные возможности управления. Вашим умным домом можно управлять разными умными устройствами. Планшетным компьютером, смартфоном или умным телевизором, просто используя пульт телевизора. В умном телевизоре выхожу в меню и запускаю аппликацию браузера. Браузер подключается к странице управления Anet. Открывается меню управления. Здесь я могу выбрать немало функций. Например, я хочу управлять светом. Я выбираю функцию свет. Выбираю этаж. Помещение. И вижу название группы. Сейчас вижу, что эта группа выключена. Например, хочу я ее включить на 50%. Здесь также есть и центральные функции. Например, я могу выбрать разные режимы. Здесь, как видите, есть и комфорт, и эконом. И если я включаю экономный режим, тогда во всем доме выключается весь свет, опускаются шторы, а все термостаты могут установить пониженную температуру. Для вашего удобства всегда можно эти режимы поменять или создать новые. Эта система позволяет также и создавать временные программы. Например, я могу указать время и дни, когда что включается или выключается. Также можно установить, когда термостат переходит между комфортной или пониженной температурой. Как вы видите, все настройки очень просты, их можно легко менять. На экран управления также можно поставить и план помещения или даже виды с камеры. Когда будете удаленно управлять каким-то помещением, вы будете визуально видеть, что там включилось. Например, вот, сейчас управляю я светом. Система Anet также и наблюдает за вашими затратами за электроэнергию. Сравнивает потребление по годам, месяцам или по дням. Система отображает потребление графически, и вы можете сами анализировать свои затраты по месяцам, по дням, по неделям и по часам. Так вы можете экономить. Система Anet имеет и больше возможностей. За приобретением или дополнительной информацией можете обратиться к нам или к нашим партнерам, которые ближе вас. Спасибо, что смотрели.